Всем привет! Добро пожаловать на наш кулинарный канал. Сегодня расскажу вам, как приготовить такой вот воздушный кекс «Зебра» называется он. Готовится очень просто, быстро, а главное, что получается очень вкусно. Смотрите видео до конца, расскажу вам, как его приготовить. Итак, для приготовления кекса «Зебра» нам понадобится 4 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан молока, 1 стакан подсолнечного масла, 2 стакана муки, ванильный сахар, разрыхлитель теста, пакетик по 10 грамм, 2 столовые ложки какао и немного сливочного масла. Мы будем смазывать им форму. Ну что, давайте приступим. Для начала нам нужно смешать 4 яйца и стакан сахара. Взбить миксером. Хорошо взбить до полного растворения сахара. Итак, яйца с сахаром взбили. Теперь мы сюда добавляем масло, муку. Сразу же масло, молоко. Муку. И разрыхлитель теста вместе с ванильным сахаром. И хорошенечко все перемешиваем. Хорошо перемешиваем, чтобы не было помочки. Смотрите, тесто готово. Теперь нам понадобится другая мисочка какая-нибудь. И мы переложим половину этого теста. В оставшуюся часть теста мы всыпаем какао. И снова все перемешиваем. Теперь мы подготовим форму. Возьмем кусочек сливочного масла и разотрем его по всем стенкам формы. Таким вот образом. Можно использовать форму, которая предназначена для выпекания бисквита, но туда тогда придется положить пергаментную бумагу, тоже, чтобы оно не прилипло. У меня формочка такая с узорами, поэтому ее нужно тщательно промазать сливочным. И теперь насыпаем сюда немного муки. И по всем стеночкам. Таким вот образом. Ну, а теперь начинаем формировать наш кекс. Сначала мы будем беленький слой наливать. Можно половничек использовать, как удобнее. Потом шоколадный. Теперь снова беленький слой. И вот так вот по очереди чередуем белый с шоколадным. Таким вот образом. И получится у нас он цвет зебры. Итак, вот такое вот тесто получилось у нас. Сейчас я убираю в духовку минут на 30. Температура 180 градусов. Будем смотреть уже, проверять готовность зубочистки. Ну вот, кекс и готов. Посмотрите, какой он воздушный получился. Давайте я его разрежу, покажу вам, что внутри, какой он красивый получился. Еще
еще горячий, только-только из духовки. Вот такая вот красота внутри. У меня немного получилось больше коричневого, шоколадного даже теста, поэтому он, видите, такой темноватый. Но это уже на ваше усмотрение, можно чуть-чуть добавить, можно побольше теста разного. И у меня уже текут слюнки, хочу попробовать. Друзья, если вам понравился рецепт, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, и увидимся с вами в следующем видео, в следующем рецепте. Всем пока-пока!